Мы находимся на выставке ProDexpo, разговариваем с нашими гостями. Гость из Болгарии, Митка. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания и как дела у вас на российском рынке? Наша компания является производителем. Наша база находится около города Софии, Болгария. Мы производим практически все виды ингредиентов для пищевой промышленности, включая ароматику, включая натуральную ароматику, красители, стабилизирующие системы. Мы помогаем, не только производим эти продукты, но мы помогаем и людям, чтобы применяли их в производстве и решали их свои вопросы через наших продуктов. А как вам просто, не просто работается на российском рынке? Как давно вы вышли на него? Нравится ли он вам? На российском рынке мы больше 14 лет. Нравится он нам на российском рынке. Он нам близок, скажем так, близок. Мы его понимаем. Я сам закончил в Москву. Жил сам 20 лет в Москве. Так что мы чувствуемся комфортно здесь, хотели бы развиваться и дальше, и поэтому участвуем на эту выставку. Для нас она очень полезна. Мы всегда находим новые клиенты, новые возможности, и с каждой выставки мы развиваемся дальше и дальше. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.